каждому по приветику из прекрасного Петербурга. Показываю вам сегодня малоэтажный квартал, о которых мы часто говорим. Обратите внимание, есть лифт. Дома 4-5 этажей, новостройки. Тут же лестница рядом. Есть лифт. Можем спуститься по лестнице, можем пойти. Пешочком, а можем зайти в лифт. Раз, два. Три, четыре. Как интересненько. Еще одна дверь. Можем лифт вызвать. Первый этаж мы сейчас с вами. Сами на третьем раз приехали уже. Такой лифт интересный. Первый этаж. Классно, мало квартир на этаже. Ой, тут еще коридорчик. Сейчас вам расскажу, где мы. В одну сторону выход, в другую сторону выход. Аккуратненько, чистенько. И выходим во двор, друзья мои. Какая прелестная погода у нас. Парадная номер 4. Обратите внимание, парадная написано. Иногда написано парадная, иногда лестница, иногда подъезд. Но в основном парадная. И вот наши дома 4 и 5 этажей. Цветочки, лужайки. Мы здесь с вами были зимой. Снег начал таять. Мы с вами находимся в Новом Сертолово. Сначала мы едем по Выборгскому шоссе от проспекта Просвещения. Берем ближайшее метро. Смотря откуда вы будете ехать. Ближайшее метро. Проспект Просвещения. Едете по Выборгскому шоссе. Дальше Парголово, Осиновая роща, это все Петербург. И заканчивается Петербург, и начинается Сертолово. Сертолово очень растянуто. Вначале идет центральное Сертолово. Там и школы, и садики, и поликлиника, и рынок промышленных товаров, и продукты. Много разных магазинчиков. Дальше, если мы проедем Сертолово 2, это как бы вместе, они там речушкой разделены небольшим парком. Дальше мы едем и вот приезжаем в Новое Сертолово. Причем расстояние, ну где-то минут 5-7 ехать на машине от Сертолово до Нового Сертолово. И вы будете проезжать лес, остановочки вдоль шоссе будут стоять. Смотрите, сейчас выйдем на центральную улицу. И вот малоэтажный микрорайон Новое Сертолово. Если брать от, например, Просвещения проспекта до Нового Сертолова, примерно минут, ну, не знаю, 35-40. Это без пробок, наверное, так. Здесь такой тихий райончик. Вы посмотрите. На карте, в конце видео посмотрим на карте, посмотрим, сколько стоит здесь недвижимость. Здесь подешевле, чем в Петербурге. И это уже Ленинградская область. Мы сюда приезжали, вот плейлист у меня уже пару лет назад, а то и больше, наверное, я снимала. И как-то деревья были поменьше, и кустиков было поменьше, и домов было поменьше. Сейчас, конечно, Новое Сертолово уже все больше и больше. Магазины на первых этажах, вот маркет даже вижу. Аптеки, салоны красоты. Адрес вам скажу
Тихвинская, 6, вот этот дом. Корпус 3. И тут может быть под номером 6 целый квартальчик домов. Несколько, я не знаю, сколько. И тут 5, 6, сколько домов под номером 6. Вот рядом тоже 6, Тихвинская, 6. Только корпус разный. Вот видите, корпус 2, там корпус 3. Мира 11, корпус 3 напротив. Надо запомнить, чтобы посмотреть нам стоимость недвижимости. Здесь подешевле, ребят. Но учтите, что до Петербурга, наверное, если с пробками, то минут 40-50. Не один раз мы ездили в разные времена, и зимой, и летом, и с пробками, и без пробок, поэтому говорю вам время, то, которое мы тратили. Аптека. Вот там впереди, когда мы заезжали, я вам показывала, огромный магазин, прямо на въезде он стоит. Огромный магазин продукты, но там есть Магнит, по-моему, там. И там есть промышленные небольшие магазинчики. Также аптека, кафешечка, там на въезде все. И дальше уже на первых этажах. Сейчас пройдем вперед. Здесь, конечно, удобно растить деток. Они себя чувствуют спокойно, здесь уверенно. Мамочки дома, детки в саду, в школе. Или как сейчас, вот каникулы. Пахнет травой. Травку подстригли. Раньше мы приезжали, здесь была стройка. Теперь все уже, пожалуйста, все сдали, заселяйтесь. Детский сад впереди, такие длинные улицы. Здесь живешь так, знаете, как маленький городочек, людей немного, зелень уже стала гораздо больше, плюс тут лес рядом, оси. Деток хорошо, повторюсь, растить. Но работы здесь нет, надо ехать, конечно. Ехать в Петербург или в Сертолово, которое рядом. Детский сад яркий. Много улочек, разные кварталы, разные цвета. Оформление. Разное. Тихо, спокойно, кто ищет малоэтажные кварталы, пожалуйста. Да, здесь так. Даже вот летом вообще класс. Летом везде хорошо, да? Зимой, как ты приезжаешь, не везде был снег почищен. Ну так, центральные улицы были почищены. А сейчас зелень, цветочки, магазин Верный вижу там впереди. Так классно. Ветерок слегка у нас. Так спокойненько, уютно, да? Работы, ребят, нет. Ну что, куда бежать? Надо ехать в Петербург. Это каждый день. Это я до ближайшего вам метро говорю по времени. А так, кто дальше, там не на просвете работать, а подальше. Ну и час и полтора добираться до работы. Здесь где работать? Вот магазины и аптеки, детсады, школы. Школа здесь есть? Напишите, пожалуйста. Должна быть школа. Поликлиника. Это, скорее всего, в Сертолово. Ой, в Теньке так хорошо. У нас прекрасная погода продолжается. Ну вот уже вот похолодание. Но все равно классно, классно, классно. Небо какое, ребят. Небо прекрасное, посмотрите, ни единой тучки. Где-то там облачко. Если бы здесь была еще работа побольше, если бы здесь еще открыли свою поликлинику. Кстати, в Сертолово новая поликлиника открылась уже несколько лет, когда большая, хорошая поликлиника. Это, наверное, в Сертолово поликлинику надо ездить, да. Там поставили бы торговый центр. Такой хотя бы
Вот как магнит стоит, но чуть побольше бы еще где-нибудь в районе, в глубине района. И рабочие места были бы. Можно было бы что-то купить для дома. Может, даже одежду какую-то. Но здесь есть такие маленькие магазинчики одежды на первых этажах. Установку передаю. Тишина. Людей нет. Так, гуляют все. Никакой суеты. Там лес, видите? Мы проезжали. Лес это вот вокруг этого райончика. Квартиры дешевле. Здесь планировки хорошие. Посмотрим, сколько стоит. Тихвинская, 8, адрес. Пахнет сирень. Корпус 2. Как пахнет сирень. Здесь так расслабляешься уже. Вдалеке. Это школа, наверное. Пишите, ребят, как вам здесь живется, где вы работаете. Есть работа. Как хорошо, что ты пришел. Детский сад. Так бы гуляла и гуляла здесь. Ну, не хочу занимать много вашего времени. Ой, сирень пахнет, пахнет, Лёша. Вся улица пахнет. Птички, тишина. Тут и в аренду подешевле. Но везде добираться. Не знаю, наверное, здесь хорошо, пока детки в школе учатся, в сад ходят. И хорошо уже, когда на пенсии, если работать не надо. Тогда да. Планировки тут хорошие, мы смотрели как-то. Вот сейчас мы с вами в будний день здесь. Будний день. Ну все, друзья, общую картину вы увидели. Хорошего дня, хорошего настроения. Прекрасной летней погоды, клубники, черешни. Груши, все едим, все покупаем, персики, виноград. Тишина и красота. Отдельный приветик моим постоянным зрителям. Пойдем смотреть, сколько стоит здесь недвижимость.